Так ругали. А, и чё? Да ничего. Когда я не прихожу, можете меня даже бить. Ну да, я это слышала. Хорошая метафора. Что, нравится это кресло? Это я про мужиков, которые приходят бить Сашу, когда его нет. Смотрят, вроде нет. Вроде нет. Пошлите. Пошлите. Ну как это вы без ребенка? Слушай, у вас такая это монохромность, в смысле, интересные расцветки. Дизайнерские такие, вообще класс. Кто красный, кто непонятного цвета рубашка. Я одеваю, что попало. Вон этот товарищ в оранжевой рубашке. Видите, как сегодня день цветных рубашек вообще. Я вечно непонятно в чем. Ну, в общем, чувствую, раз Бог послал хороших людей, значит, это к бобру. К бобрам.